Всем здорово, товарищи танкисты, с вами снова Хантрес. Тема сегодняшнего видео, как обычно, War Thunder. А героем нашего ролика, ребята, станет сегодня такой, вообще ни разу не полившийся чудачок. Ну, на самом деле, конечно же, нет. Ник у него десантник 80, к сожалению, чувачок бичара. Ничего премиального я у него не нашел, статистика вроде как обыкновенная. Ну, даже что-то где-то у него, наверное, в аркаде, наверное, получалось. Возможно, играл он даже не сразу на читах, и что-то недавно сподвигло его, соответственно, попробовать, я не знаю, вкусить, так сказать, запретный плод. Как я сказал, ничего, в принципе, такого интересного, ну, по крайней мере, я здесь не увидел. Соответственно, это тот самый момент, когда, ну, чувачок читы купил, на это денег хватило, наверное, с обедов. Соответственно, премиально ничего брать не стал, или, может быть, просто боится, что его в конечном счете все равно забанят, ну, тоже умно. На самом деле, конечно же, нет. Значит, имел, как я сказал, неосторожность я попасть с ним в один и тот же самый бой. Я пытался тащить эту катку до последнего, но вы сами понимаете, что силы были, естественно, не равны. Примерное время я вам, естественно, оставлю там ссылочку на все, на этот самый реплей, чтобы вы могли своевременно, так сказать, отправить на него жалобу, чтобы у него скорейшее забанили. Время, сразу говорю, что примерно, по-моему, 2:30, ну, максимум 2:40. Чувак, полиция будет сразу, прямо на ходу. Тут, кстати, довольно забавный момент. Ну, знаете, вот этот симулятор маршрутки в нашей замечательной игре, когда вот находится всегда, знаете, такая здоровенькая, такая большая, крупная тетенька такая в маршрутке, которая едет с вами, со здоровенными такими авоськами вот, в двух руках, которая вот на 100 просто процентов уверена, вот просто вот на 146 даже, что вот ей, соответственно, нужно под... просто по-любому первее, чем вам. Ну и, соответственно, все вы знаете, какие у нас союзники такие классные. Включу вам сейчас вид, соответственно, от него. Ну, тут, по крайней мере, вначале ничего такого интересного происходить не будет. Типичная конченная карта нарисована каким-то неандертальцем в нашей замечательной игре. Плюс еще видите погодные условия какие. То есть он там еще будет летать, он немножко просплю на Иле 28-м. Я не знаю, дотерплю до этого момента или нет, потому что не знаю, насколько это будет целесообразно. И, то есть там, когда вы летаете на самолете, при таких погодных условиях этой карты вообще ни хрена просто не видно. То есть там единственное, что вам кто-то подсветит союзник, есть какой-то маркер, или же, соответственно, враг берет точку, и вы, соответственно, для вас это звоночек о том, что там кто-то есть, и вы уже можете там что-то рассмотреть. Значит, здесь чувачок будет конкретно стрелять сквозь 128 миллиардов кустов, вы понимаете, да? Ну, все, как я люблю, собственно. То есть здесь Ликерс, ну, вы видите, просто-напросто очень сильно ошибается. Ошибся он именно в том, что он попал, соответственно, в этот бой вместе с этим чувачком, а не потому, что он подставляется или что-то делает в этой жизни неправильно. Соответственно, здесь все вообще сейчас, ну, вы видите, на ваших экранах полягут абсолютно точно таким же способом. То есть он убьет их там со 128 линии с дистанции, пусть и достаточно близкой, но, соответственно, увидеть противника, естественно, они не смогут. Ну, потому что, ну, вы видите, какая карта, да, здесь сколько здесь кустов. Если вообще чувачок находится тупо в дымах, ну, видите, MX-30 тоже очень сильно ошибается, что он попал на эту карту вместе с данным пассажиром. Ну, соответственно, сюда же сейчас приедет и вот этот вот пассажир на 1390, сейчас получит, он его ждет, можно сказать, уже в префайре. Я очень сильно вообще думал и удивлялся, как у меня вся команда союзная поехала на нижнюю точку, я поехал, соответственно, на верхнюю. Пытался, соответственно, как-то там заниматься привычным для себя делом, вредительством. И я очень сильно удивлялся, как так получилось, что вся команда союзников, которая у меня сюда поехала, она здесь как-то поумирала. И понял это только под конец катки, потому что, ну, соответственно, чувак там будет летать просто на Иле-28, и он просто 100% уже, понимаете, с бомбами конкретно на этой карте летит тупо, и просто-напросто, вот, ну, вы там под кустами где-то под домом стоите, ничего, соответственно, не ожидаете, и тут вам, соответственно, прилетает, там тон бомба, я не помню, ну, в принципе, это не важно. Достаточно любопытный такой персонаж. Здесь, соответственно, он сейчас победит Сюрбасе. Ну, чуйка просто, чуйка подсказала, понимаете, пассажиры тоже. Услышал, можно сказать, прямо и сквозь 258 тысяч кустов, естественно, увидел. Играть он будет более-менее аккуратно, но, правда, это не поможет ему, чтобы его не убили. Я, кстати, не знаю, как эти люди, имея такой, соответственно, волхак, умудряются сливаться на ровном месте. Ну, у тебя же все на экране, типа, ты же прекрасно понимаешь и знаешь расположение противника, при том, что у тебя, соответственно, еще есть такие погодные условия, которые играют на тебе, соответственно, на руку.
Очень обидно, конечно, было на самом деле проигрывать эту катку, потому что очень хотелось на самом деле победить. Я вам честно скажу, пыхтел там как только мог. По-моему, у меня даже было 5 выходов. То есть я брал 2 самолета, 3 наземки, и, соответственно, все было тщетно. К сожалению, у меня в конце там не сложилось. Я вылетал на Биркете, отбомбился неплохо. Соответственно, он был на филде на 28-м мыле. И я, к сожалению, не знал, что на филде, когда будет взлетать его 28-й, у него будет, ну, соответственно, воздушный рез. Ну, это, по сути, не поменяло бы, конечно, наверное, исход бы битвы. Я бы вряд ли бы все равно ее вытащил, потому что, ну, как против такого бороться? Я не знаю, как против такого бороться. Против этого можно бороться, ребят, только с самолетом, понимаете? Это единственное, что вообще можно сделать. Ну, сбил бы его на самолете, соответственно, на его или 28-м. Ну, взял бы он танк, приехал бы дальше, вот, соответственно, спрятался бы в какие-нибудь кусты и со 128-й линии вот так же, опять же, убивал все на свете. Я, если честно, ну, не знаю, есть ли смысл дальше смотреть и докручивать до того момента, когда он будет лететь на Еле. Ну, в принципе, я думаю, что здесь все на ваших экранах, по сути, здесь 100% его ухак. И не знаю, зачем он сейчас будет тут стрелять какого-то пулеметика, наверное, чтобы просто привлечь внимание, чтобы развернуть как-то фача на себя, чтобы он поехал. Это единственное объяснение, которое у меня, в принципе, в голову приходит. Просто типа, или может быть он просто типа, убейте меня, я уже и так много сделал. Кстати, убил 7 танков, ну просто как будто пиццу в баре заказал. Ну, я не знаю. Незаконно, конечно. Очень жаль, что этого пассажира нет никаких премов. Хочется поскорее пожелать ему расстаться, так сказать, своим аккаунтом. Я надеюсь, что вы этому, ребята, поспособствуете. Ну, здесь он не знает, как именно стоит фоч. Соответственно, фоч ему сейчас будет стоять лбом. Но убьет его 13, по-моему, вернее, МХ-30 вот этот вот. Кстати, я не помню, какая здесь конкретно из 30-ок, но она заруинит катку. Вот это вот, по-моему, 50-е. Насколько я помню, по-моему, вот это вот 50-е заруинить катку. Короче, там будет такой момент, и я не вижу смысла, ребят, до его доводить, к чему проиграли мы эту катку. В общем, вот этот пассажир будет сидеть на АМХ-30, вот это вот ДЦП 40-я, которая, я не помню, как она точно называется. В общем, зенитка. Над ним будет летать 2 самолета. Вот этот вот Ил-28, ну, не ша, простой, на котором будет летать щитачок. И, соответственно, будет летать еще Су-6, которая, в принципе, совместно с Ил-28 убьет зенитку с РЛСом, которая будет захватывать точку, убьет союзный Лорей, или союзный Фоч на точке, на Б. Ну, если вы досмотрите до этого момента, вы увидите, я, в принципе, не вижу смысла тут круче. Из-за этого мы проиграем просто, потому что я не смогу убить вовремя, соответственно, вот эти 2 самолета. Эти самолеты нанесут урон непоправимый, ну, для нашей команды, помимо того, что наш щитачок уже, в принципе, в этот бой очень сильно вмешался. И, соответственно, мы проиграем по захвату. Там буквально останется там какие-то там у вражеской команды, останется буквально чуть-чуть. То есть, ну, у нас были вполне шансы победить, если бы у нас чувак на зенитке смог сбить 2 самолета. Но, видно, это слишком сложно тоже на зенитке сбивать самолеты с РВСом. На самом деле, конечно же, нет. На этом, в общем-то, я с вами на сегодня прощаюсь. Что делать, вы, в принципе, знаете. Я ставлю ссылочку на этот реплей, соответственно, прямо в комментарии. Переходите по этой ссылочке, отправляете жалобу на ник Десантник80. Примерное время, соответственно, обнаружения щита – это 2.30, ну, 2.40, ставьте, ну, 2, в общем, как удобнее будет. И, естественно, надеемся, что этого пассажира своевременько отоварят. В общем, пишите, что думаете. Как всегда, друзья, с вами был Хантрес. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.